Я выбрал для себя несколько приоритетов, помимо борьбы с коррупцией. Это те вещи, которые я уверен, что смогу реализовать, будучи президентом Республики Молдова. Сегодня наша страна не просто стоит на месте, а наша страна разрушается, потому что не было до сих пор ни один президент, ни один премьер, никто не поднял вопрос о четком плане модернизации страны. Я готов заказать у лучших специалистов в мире план модернизации нашей страны. Без такого плана нельзя возродить экономику, сельское хозяйство, транспортную отрасль. Без этого плана в стране не появятся заводы, без которых не может существовать ни одно нормальное государство.